Пошел, машина улетела. Вон большой груз, и он хромает. Он, видишь, парнишка. Вообще какая-то засада с этими мостами. Романовский мост рухнул. Да я уже вижу, что он обвалился. Кошмар. Ну вообще рискованный. Молодец. Там человек сидит, и сейчас бы начал валить опять. Ну и спор. Проезд только через Партизанск, да, я поняла?